Азат, сколько лет вы целуетесь с Сифой? Расскажи сам. 33 года, четко сказал Азат. Его спрашивали недавно буквально. Айгуль, несмотря на то, что брюнетка не понимает, в чем дело, нужно объяснить. Сейчас как бы свадьба. Это Ярослав. И молодец, Ларда Инде! Если тщательно вглядеться в движение тазобедренного сустава Артура, то Регина – будущая многодетная мать. Регина, мы рады за вашу семью. Хорошо, Лада, почему мальчик, почему пацан? Давай, еще версии, аргументы, Гульнас, но... Мальчики же круче. Мальчики же круче. Вам можно обращаться? Меня зовут Бадри. Имя Бадри. Хорошо, ладно, это ваше личное дело, я не вмешиваюсь. Почему девочка круче мальчика? Девочка, она должна быть шеей в семье и... Артур, я не пил с тобой, не надо мне это рассказывать. Я вас люблю, красавчики. Итак, давай, стоп-музыка. Руслан, мне кажется, вы сейчас своими танцами хорошо вызовите дождь. Надо остановить Альберта, пока мы не прорубили окно на первый Альберт, этаж. Это было просто великолепно. Сейчас, секундочку. Валентин, ты точно слышишь ту же музыку, да, что и мы? Почему угадали вы, а поют они? Что происходит? А это их рабы. Вы кушайте, кушайте там, они надолго все. Вы в сознании сейчас? Все хорошо. Все в порядке, вы, да? Если не сбежали, то уже хорошо. Она не может, у нее ноги онемели. Один, два, три! Вот он! Никто не сомневался, это сделал Артур. Ребята, вы спасены. Бегите, бегите, все хорошо в вашей жизни, все нормально. Уходите, ведь впереди его ждет теща, и огород, ипотека. Эссен по выходным и другие прелести семейной жизни.